В ноябре добровольцы центра и активисты движения «За жизнь» провели акцию, в рамках которой прошли различные мероприятия. Автопробег «Анапа против абортов» и выставка работ, посвященных материнству. Этот круглый стол посвящен развитию сотрудничества между центром и городскими структурами. Она знает не все, и многие доверяют именно социальной защите, да, управлению здравоохранением. И мы хотим заручиться их поддержкой и помощью, их опытом, который у них огромный, колоссальный, замечательный, чтобы улучшить свою работу и наладить контакты с ними. За круглым столом сегодня представители здравоохранения, образования, социальные и молодежные организации. Главный вопрос – развитие партнерских отношений государства, церкви и общества с целью сохранения семей, сокращения абортов и помощь социальным слоям населения, нуждающимся в поддержке. Участники совещания пришли к единому мнению – сотрудничество необходимо. Некоторые уже сегодня готовы оказать поддержку центру. У нас есть Анапский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних, где оказывают помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это и социально-психологические, и социально-педагогические. Там у нас работает очень много специалистов, которые в разных направлениях могут. Также дети могут там временно находиться, пока родители могут решить свои проблемы. Поэтому я надеюсь, что мы будем тесно сотрудничать и оказывать взаимную помощь. По итогам круглого стола было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут специалисты администрации города и общественники. Участникам комиссии предстоит выработать общую стратегию деятельности и создать план работы на предстоящий год.